Урегулирование конфликта на Украине стало одной из тем телефонного разговора Владимира Путина с его американским коллегой. Как сообщает пресс-служба Кремля, Барак Обама сам позвонил российскому президенту. Владимир Путин подчеркнул, что Киеву необходимо неукоснительно и в полной мере выполнять свои обязательства, в том числе по налаживанию прямого диалога с Донбассом, согласованию с ним готовящихся изменений в Конституцию, проведению местных выборов и вступлению в силу законов об особом статусе и амнистии. Обсуждались также ситуация на Корейском полуострове. Лидеры двух стран отметили, что если подтвердится информация об испытании КНДР водородной бомбы, это станет грубым нарушением резолюции Совбеза ООН и потребует жесткой международной реакции. Еще одна тема разговора — Сирия. Путин и Обама поддержали идею проведения переговоров с участием представителей правительства Арабской Республики и делегации оппозиции.